Привет, YouTube! С вами Кристина и Роман, и сегодня мы играем... Пичворк! Наконец-то! Ранее уже делали распаковку на эту игру, теперь пришло время в нее сыграть. Мы наиграли партии 10, поднабрались опыта, придумали стратегии, ну и не будем затягивать. Поехали! Белый первый ход выигрывает. Ну давай посмотрим. Идем по часовой стрелке туда. По часовой там вот так. Туда. Окей. Идем. Беру за одну пуговицу. Вот так. Сдал деньги, получу. Можешь начинать ходить, чтобы не... Окей, я беру... Так, сколько там часов? 5 часов. 5? Ты белый. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Пуговицу собери одну. Угу. Возвращаю. Так, окей. Я иду за 4 пуговицы, покупаю это, иду на 2 часа. Угу. Подвинешь меня на 2 часа? Раз, два. Установлю это вот здесь. Давай вот так. Входит у нас всегда игрок, который находится позади. Угу. А я беру вот эту за... Беру вот эту. Бесплатно. Угу. За 3 часа. Раз, два, три. Когда один игрок догоняет другого, входит пуговка, которая находится сверху. То есть кто последний туда пришел на эту клетку. Пуговка. И я собираю... Одну пуговку. Ага. И опять хожу я, потому угу. что я сверху. Пуговицы и... собираются, когда мы проходим по треку отметку пуговки, и столько пуговиц, сколько у вас на планшете нарисовано, ну, то есть уже на выложенных тайлах, вы собираете. За две пуговицы и два часа. Раз, два. Я беру вот этот тайлик. Давай вот так. Угу. Я трачу 4 пуговицы. Беру вот это. Угу. Идешь на 6 часов. Я думаю, раз, 6. Два, три, четыре, пять, шесть. И собираю еще две. Три. Ой, три пуговки. Окей. У меня пуговиц вообще нет, поэтому раз, два, три, четыре, пять, я тебя догнала. И шесть пуговиц. Пять, собирать. Шесть беру, да. В случае, если у вас нет пуговиц, можно просто по количеству клеток пройти и на одну дальше оппонента и собрать столько пуговиц, сколько вы прошли. То, что мы собираем пуговки каждый раз, преодолевая вот такую отметку на карте, вы собираете то количество пуговиц из банка, сколько у вас есть на игровом поле. Угу. Твой ход. Основная наша цель — это заполнить полностью планшет плюс собрать пуговицы. Очки подсчитываются по пуговицам, и каждая пустая клетка принесет минус 2 очка. Плюс ко всему, первый, кто заполнит на планшете квадрат размером 7 на 7, получит бонусный тайл в размере 7 пуговиц. Угу. Я плачу 3 пуговки, беру вот это. Угу. Иду на 3. Раз, два, три. Угу. Я беру за 3 пуговицы. Угу. Вот этот тайл. И проводи меня на 6 часов, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, и ты собираешь пуговицу после этого. Да, минут. Каждый раз, когда мы будем преодолевать вот такой кусочек кожи, у нас, кстати, один, мы все-таки выкинули его на распаковке, когда вы пройдете кусочек кожи, вы подбираете его и себе устанавливаете на планшетик. То есть бонус иногда бывает и другого плана. Угу. И я хожу. У тебя одна, да? Это не твоя? Да, да, у меня одна. Я как раз таки соберу пуговицы. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять пуговиц. Я 80. Окей. Давай я возьму за одну пуговицу и пройду на 2 часа. Угу. И заберу вот эту. И отдам одну пуговицу. Угу. Тайлы мы можем выбирать первый, второй или третий. Стоящий после вот этого наперсточка. Так. И, ну, естественно. И, естественно, сам наперсток становится на место тайла, который был куплен. Давай. Я возьму за два вот этот. Зараза. А надо было сразу. И 8 сдачи. 5, 6, 7, 8. Можешь ходить. Сколько там часов? 2? Да. Раз, два. Угу. На 5 пуговиц. Ну, за 3 пуговицы я возьму вот этот. И проводишь меня на 2 часа. Угу. Раз, два. Угу. Я плачу 7. Угу.
Идёшь на один час. На один час. Я тебя только догнал, да? Да. Угу. Ну, пусть будет вот так. Вот. Угу. И я иду еще на один, собираю пуговицы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Шесть. Ходи. Одна пуговица. Да, и на два часа. Угу. И собираю раз, еще четыре пуговички. Дашь мне? Угу. Два, три, четыре. Важно, что вы можете взять ближайшие три тайла по часовой стрелке после наперстка. Я сделаю раз, два и возьму две пуговицы. Ну, я сделаю раз, два, заберу тайлик и возьму две пуговицки. Угу. Всю кожу, да, решила собрать? Ну, извините. Тайл жутко не хочется отдавать. Что, какой тайл? Ну вот этот тайл не хочется жутко отдавать. Я так и не буду. Раз, два, две пуговицы. Ну, у меня выбора, наверное, особо нет. Он тебе так нужен? Ну окей, давай вот так. За одну пуговицу на 4 часа, будь любезен. Угу. Ты черный. Раз, два, три, четыре. Да. Вот это новости. На 4 собирай пуговицы. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Я беру вот этот за 2. И иду на 3 часа. Раз, два, три. И собираю пуговицы, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять, шесть. И еще раз хожу. Ну, я за 2. Господи. Сколько часов? 2. Раз, два. И кожу, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ты пока думаешь, я за 2 пуговицы возьму вот это, пойду на 1 час. Угу. Так, ну, тут очевидно, куда это дело встанет. Вот. За 7 пуговиц на 4 часа. Угу. Раз, два, три, четыре. Сразу собирай пуговицы. Нет, давай так встанем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Семь пуговок. Я заодно беру вот это. Иду на три. Раз, два, три, собираю пуговицы и еще раз обхожу. Угу. Шесть. Пять, шесть. Угу. За 10. На 5 часов сейчас пойду. Вот так. Плюс 5. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давай я за 7 пуговиц на 6 часов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И собираю пуговки, да? Угу. Сейчас одну минутку. 10. Угу. Я иду раз, два и собираю пуговицы. 11. 10. 11. Ходи. Для начала я за 3 пуговицы куплю вот это. Угу. Беру 7 сдачи. На сколько идет? На 1 час. Отлично. Так, и... Ну, блин. Ну, пропускай, здесь я забираю. Здесь пуговиц нет. Ну, ты молодец. Да на 1. Загнала себя в угол. Окей. Я за 10 пуговиц покупаю вот это. На сколько часов идешь? На 4. Раз... Два, три, четыре. Я на самом деле очень переживал, что ты говоришь. Кого? Вот это. А, забери вот твоя штука. Угу. А у меня, кстати, квадрат 7 на 7. Почти получился. Хотя хотела я сказать. Так, теперь у меня 10 пуговиц, я забираю вот это. Угу. Отдаю все свое богатство. Угу. Крутить можно как угодно, естественно. Идешь ты на 3, да? Вот. О. Вот так вот мы идем. Раз, два, три, и у тебя еще разочек надо сходить будет. Да. Ну и очевидно, у меня нет пуговиц. Вот так вот. И я собираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А вот это посчитала? 13. Угу. Так, окей. Угу. Окей, теперь я.
за две пуговицы возьму вот это, пойду на один час. Один, да? Так. И я собираю пуговицы. 12. 10, 12. И еще один ход у меня есть. Я за 4 пуговицы возьму вот это. Иду на 2. Раз, два. Ходишь ты. Хожу я, но я, очевидно, я за 3 пуговицы беру вот это. Ставлю вот так. Иду на 4 часа. Раз, два, три, 4. Забираю последний кусочек кожи, вставляю его вот сюда, заполняю поле 7 на 7 заполнено, вот так. Забираю вот этот вот твой тайлик и, получается, пуговицы не собираю, что ли? Нет. Ладно. Я плачу 7 и беру вот эту за 2 хода. Раз, два, я тебя обгоняю. Но мне ничего не подходит из того, что есть, потому что у меня остались только вот такие, поэтому раз, два, две пуговички. У меня остается 3. Ты на самом деле неразумно поступил, потому что если ты вот эту вот сюда поставил, то у тебя бы сейчас квадрат поместился. Ну, у меня квадрат сейчас помещает. Да, ну вот эта, допустим, штука поместилась бы туда. Да, я, кстати, подумал об этом, но потом забыл, естественно. А я прям видела и даже не рассматривала это. Ну ладно, давай. Есть вот это, не влезет, и вот это влезает 4. Это не влезает. А это не влезает. Ну, у меня вариантов вообще 0, да? Угу. А прикол в том, что у меня денег на это нет. Ух, ну все, перешагивай через меня, и на этом игра заканчивается. Раз, два. Не, а, блин. Ну да. Ну да, вот так. А по, собираю по... пуговички 2. И сколько есть? 13 и 14. 10, 15 и 1 возвращаю. Все, на этом игра завершилась. Давай подсчитывать очки. У меня получается... 22. Ну у меня как обычно. Я не могу побороть эту игру. Потому что у меня всегда в минус уходит. Там, только в редких случаях, если супер фартит, что мне нужно эти тайлы. Итого, у тебя получается в минус по пуговицам. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пустых клеток, минус 20 очков. Итого еще остается 13. Что ты скажешь по поводу этой игры вообще? По партии, по игре? Партия проскочила очень быстро. Что хочу сказать об игре? Мне игра бесконечно нравится, она занятная, несмотря на то, что дорогая и простая в... Ну, в игре, в принципе, ничего такого сложного нет. Мне кажется, здесь просто нужно при игре придерживаться баланса, покупать тайлы и с пуговицами, чтобы была бесконечная ротация пополнения, скажем так, на что потом покупать. В то же время нужно покупать много тайлов без пуговиц, чтобы заполнять пространство. На самом деле, из-за того, что мы торопились, я еще немножко нелогично начала и, в принципе, выкладывала вот это вот все. Я обычно стараюсь начинать там с одной стороны. Но, в целом, это не помешало победить. Крис постоянно хочет в нее играть, я все еще к ней не очень, для меня 7 чудес дуэль, которую я сыграл больше 50 партий и прям наконец-то раскусил, возможно мне здесь надо 50 партий сыграть, чтобы я понял, как в это играть. Вот, ну, нормально, в общем, я не скажу, что эта игра меня сильно вдохновляет. Эта игра напоминает из детства Тетрис, когда тебе нужно складывать что-то, ну, в общем, я такие игры действительно очень люблю, мне действительно их интересно играть. Друзья, если вы в нее играете, поделитесь вашим мнением в комментариях, как часто вы в нее играете, нравится она вам, не нравится она вам. Возможно, мы как-то не так поняли правила, потому что периодически в комментариях мы это наблюдаем. Кто-то нам там пишет, что, ребята, вот здесь вот вы совершили ошибочку. Если вдруг это так, обязательно напишите, потому что, может быть, для Романа это поменяет в целом всю игру. Мне напишите победную тактику, мне надоело проигрывать. В общем-то, вот так вот видео получилось коротким. Спасибо, что досмотрели нас до конца. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну и если хотите нас поддержать, кидайте деньги в монитор. Ура. Все, бегом, бежим. Играть я больше не хочу. Все, ну, что ты начинаешь?